Как у вас дела? Вчера 300-го одного увезли, нас вчера нормально так отпинарасили нахуй. А ну а насчет отпуска, что там? Не, если поеду, значит, то я не приеду больше сюда. В смысле? Как ты не приедешь? Ну, в прямом. Потому что там нету никого вообще. 40 человек осталось лет. 40. Ну, 40. Я тебе говорю, что там никого не осталось. Эти 40 три дня назад, нахуй, пошли вперед. И из этих 40 там осталось, наверное, человек, наверное, сейчас уже 20, нахуй. И вообще ни конца, ни края нет. Мы не можем деревню взять одну, нахуй. Поехали. Учили, 20 человек убило у них, нахуй. 100 раненых, нахуй. Ой, господи. Я говорю, в ахуе с 23 февраля, нахуй, и до сих пор, нахуй. Тут настолько все продажно, нахуй, это просто пиздец, я не знаю, вот. В Изюме гоняли, нахуй, так, нахуй, пацанов, нахуй, блядь. Что они все кончились, нахуй, в Изюме, нахуй. А пацанов по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП, без нихуя, нахуй. Они просто так вот бегали туда, нахуй, блядь, сбегают, пизды получат и обратно прибегут, нахуй. Я на нас уже погоняло, даже есть, Федор его зовут, нахуй, блядь. Вот, понимаешь, он выходит на, ну, там, поработать, нахуй, побахает и все. По телеку ничего не говорят, нахуй, все заебись, нахуй, все охуенно, да, у нас, нахуй, а у нас нихуя охуенного нет, нахуй.